Это моя экстремальная копалка. Сезон еще не закончен, пока земля в лесу мягкая. И сегодняшней интересной находкой является остаток портсигара. Видимо, серебряный или посеребренный. Но вот такая вот интересная находка. Я продолжаю свой репортаж с экстремальной обеденной копалки на часик. И радостная новость. Есть монетка. Консервная банка и 2 копейки. 2 копейки 49-го года. Ух, красавица. Вот она, двушечка. Вот в таком вот лесу плюс портсигар. Отечественный. Найден обломок алюминиевой ложки, а может быть и вилки. О, самая крутая находочка моей экстремальной копалки сегодня. И это советская пуговка. Вот она. Эксперты подскажут, какому возрасту принадлежит эта пуговка. Вот такая вот красавица. Солнце уже вон где. И есть хорошая новость. Ха-ха. 5 копеек 49-го года. Потрясающая сохран. Как только что потеряно. Буквально вот в этом квадрате. Вау, красавица. Приятно быть первооткрывателем. Вот такой у меня получился тут лунный пейзаж. Вот еще крышечку нашел. Но золота в ней не оказалось. Но самый интересный факт в сегодняшней экстремальной копалке — это экстремальное количество свинца, найденное мною. Я его не снимал. Не знаю, на кой хрен он нужен. Но вот такие вот капсулы, если их так можно назвать, такие слитки вот такой вот формы, я нашел примерно 3 таких и 3 листа свинцовых. Что они здесь делают, непонятно. Уже темнеет, и самая интересная находочка на сегодняшний день — это, как мне кажется, кусочек, остаток складине. Вот я как мог отмыл. И просматриваются то ли фигурки, то ли еще что-то. Вот места от петелек. Вот петелька и вот петелька. И это вот бронза или медь. Мне кажется, что это складень. Хотя, может быть, я и не прав. Но это самая старшая находочка за сегодняшний поход. Иду домой уже, ну, в смысле, к машине, и бабац, гильза от нагана. Вот такая вот гильза от нагана. Дату пока рассмотреть не могу, но это явно не молодая находочка. А вот и вторая гильза от нагана. Но это не сохранилось, поэтому... Кто-то два раза здесь выстрелил и отбросил гильзы. Вот что у меня сегодня получилось. Очень интересные находочки. Я на часик в обед копнуть, и это моя экстремальная копалочка, так как сейчас минус 5. И интересная находочка. Интересная находочка лежала вот здесь, в этом лесу. Лежал вот такой вот замечательный ключик. Потрясающая сохранность. Суперская находка. В обед за час сразу вышел из машины и сразу ключ. Просто потрясающе.
Трудно себе, конечно, это представить. Но вот под этой сосной я нашел клад, оставленный будущим потомком. Одним человеком в консервной банке. Вот в этой чайной банке лежала стопка фотографий с QR-кодом. Вот на такой глубине. Человек, видимо, хотел оставить послание будущим потомкам. Но в данном случае я его фотографию прикрыл. И, наверное, сейчас верну в эту баночку и в этот пакетик и закопаю обратно. Но баночка, извини, испорчена, поэтому потомки тебя вряд ли здесь найдут. Я на часик в обед копнуть, и вот моя первая находочка обеденная. Чайная ложечка. Вот такая вот. Если кому-то интересно, можете ее забрать здесь. Вот под этой сосной я нашел вот такую вот стрельную гильзу. Дату рассмотреть не удалось, но находочка интересная, пускай здесь и остается. Как оказалось, это не последняя пуля в этом месте. Вот еще одну выкопал представительницу. Вот целенькая. Ну, отмою, будет ясно, кто это и что это. Еще одна пуля. И их здесь, как мне кажется, очень много. И они все целые, неповрежденные. Видимо, стреляли откуда-то далеко от этого места. Возможно, вверх. Но здесь их прям, этих сигналов очень много. Это моя экстремальная копалочка. Прошла неделя, и удалось выбраться в чащу, где я нашел складень, точнее, часть его. И вот на сегодняшний день первая замечательная находочка. 3 копейки 1946 года. Вот такая вот красивая монетка. Но была по знаку 48, по сигналу. И была похожа на водочную пробку. Блин. Сейчас я покажу. 38, 36, 35, 38. Думал, что пробка. А оказалось 3 копейки. Вот такая вот замечательная монетка. И буквально рядышком с этим троечком в 50-60 сантиметрах найдена советская пуговка. Вот такая вот. Но это уже большего размера, чем в прошлый раз. Бинго! Ха-ха! 20 копеек серебряные. 28-й год. Вот это находочка. Итак, 3 копейки, пуговица и 20 копеек 28-го года серебром. Отлично. Вот это находочка. Красавица какая. Еще одна пуговка. На этот раз, по-моему, остроконечная. Звезда найдена в этом же месте. Третья пуговица. На этом месте. Уж не знаю, что здесь могло быть. Монеты и пуговицы сконцентрированы в одном месте. В это совершенно сложно будет поверить, но вот в таком вот завале, вот в таком вот завале, вот в таком вот месте лежали 3 копейки 48-го года. Вот такая вот интересная находочка. Медная дужка от котелка или от ведерка. Когда зашел в лес, снега было буквально сантиметра 3-4. Сейчас уже сантиметров 10. Очень тяжело идти по лесу 5 километров, но результат вот такой вот на сегодня. Надеюсь, еще раз удастся выйти. Но снег очень глубокий и очень тяжело идти. Что-то мне подсказывает, это закрытие сезона.